Я вот сегодня первый раз увидел вот этот шейк. Я вообще коктейли шейк пью редко, но они, в принципе, достаточно вкусные, но я их редко пью, почему-то не знаю. Может, один раз в несколько месяцев. Я разные, я вот все их люблю. Ну, сколько разновидностей там. Текила сомбреро, бора-бора, там еще какие-то. Вот, но они мне все, в принципе, нравятся. А вот сегодня я первый раз увидел такой, вот он называется French Connection. French Connection, и тут написано то, что тут, значит, коньяк, амаретто и кофе. Вот амаретто это, по-моему, капучино, да, если я не ошибаюсь. Кофе это кофе, и коньяк это коньяк. О. И он на цвет, то есть они все разного цвета. Вот их несколько разновидностей, и у каждой свой цвет. И свой вкус тоже. А этот, если его вот так вот на свет посмотреть, то он как чай, вот как крепкий чай. Вот такого он цвета. Прикольный. Запах у него хороший, пахнет коньячком, кстати, чувствуется. Вот я сейчас вкус попробую, какой у него вкус. А. Первый раз вот сегодня такое видел, сразу купил. Еще я купил себе Принглс, вот такие вот. Принглс мне тоже, Принглс как и шейк, мне тоже нравится, но я их покупаю достаточно редко. Вот, но с Принглс такая история, то что их мало и они дорогие. Вот, причем они дорогие были всю жизнь. Я даже помню, когда я был маленький, я ходил с родителями, видел эти чипсы, просил купить, и они не покупали, потому что они были очень дорогие. И вот сейчас они тоже дорогие. Вот, например, вот эта баночка 40 грамм, она стоит 45 рублей, что ли, или 46, вот у нас, по крайней мере, тут. Вот. А те же, например, Лейс, они, например, 85 грамм, которые я тоже очень люблю, Лейс. Ну, разный вкус, с разным вкусом. Вот, они, например, 85 грамм стоят 36 рублей или 37, там, ну, сейчас такие цены у нас. Вот, а вот эти чипсы, они вот со вкусом соус барбекю по-техасски, вот. Но тут еще лук нарисован, вот он. Так что вот я себе такую вот закуску купил, то есть закуску к этому, к шейку. Я вообще, когда я пью вот коктейли, например, какие-то энергетические напитки, я все время беру закуску какую-то. Раньше я брал сухарики, сейчас я беру чипсы. Вот. В общем, вот так вот. Просто чипсы мне еще почему больше нравятся, потому что, да, они тоненькие, сразу берешь в рот, их разжевываешь. А сухари, они бывают толстые, например, вот три корочки, которые я раньше просто обжирался. Они толстые, их надо разгрызать. И, ну, то есть мне неприятно их разгрызать, хрустеть, они очень сильно хрустят, а чипсы, хоп, засунул в рот и прожевал. Ну, ладно, в общем, так. Это мое отношение к чипсам и сухарикам. Так что вот я сейчас попробую новый шейк. Может быть, он, конечно, не новый, но для меня он новый, потому что я его только сегодня первый раз увидел. И вот эти Принглс. Вот эти Принглс, я не помню, как я их давно ел. Но я в основном люблю Принглс с паприкой. И еще стейк. Не помню, как называется, стейк там чего-то там. Вот еще Принглс тоже очень вкусные. Так что вот такое вот я себе сегодня купил.